компания «Трансгалактик». Просто потрясающе! Настоящая древесина. Ребекка. Сид. Ты стала блондинкой. Я с трудом тебя узнал. Какими судьбами? Я получила твое письмо с просьбой о помощи. Вот оно что. Все очень запуталось. Мистер Профит, третья линия. Профит? Ты работаешь на Сэма Профита? Не совсем. Сэм Профит — это я. Прошу. Ух ты! Это ваша комната? Нет, дорогая, твоя и твоя тоже. Покой, принцессы. Папочкины любимицы. Просто не верится, что ты Сэм Профит. А ты что, правда не знал? Мне трудно подобрать слово. Это потрясение. Шок. А зачем же ты прилетела? Чтобы помочь вам. Я прилетела помочь Сиду Берри. Ты его помнишь? Я по-прежнему Сид. По-моему, ты не очень похож. Когда я была маленькой, вы с отцом вечно жаловались на крупные транспортные компании. А теперь ты покупаешь маршруты и разоряешь людей вроде нас. Можешь проклинать крупные компании, но они делают дело. А мелкие агенты нет? Может быть, я погуляю? Все, я ухожу. Пока. Главное — перевозки, крошка. Перевозки людей и грузов. Чем больше оборот, тем крепче связи, чем крепче связи, тем безопаснее Вселенная. А ты богаче. Деньги — не болезнь, а лекарство. Можно задать тебе вопрос? Что было главной страстью твоего отца? Рыжие. Большой куш. Вот именно. Полюбуйся. Возможно, он стал бы спорить, но он стремился именно к этому. Этого он хотел. Этого хотели все мы. Но хватит обо мне. Чего хочешь ты? Бека! Бека! Шоколад! Даже не знаю. Все это неожиданно. Мы продолжим. Мистер Профит, переговоры с Квантумом. Квантум никого не ждет. Я должен вернуться в кабинет. Кстати, ты какая-то напряженная, а у Рутгера чудесные руки. Да? А что в них чудесного? Транс, не покупайся на массаж. Мы в гостях у Сэма Профита. По-моему, твой мозг тормозит из-за гравитации. Считай, что мы просто уменьшаем ресурсы его корпорации. Начнем с хвоста.